Мало ли кто не хочет, я, может, тоже не хочу сниматься. И-И-М-Ш-М. Хорошо, прочитаю. Смотрим, если есть какой-то плюс или минус. Все будет видно. Понятно. Ну что делать? От меня все мальчики уходят со слезами. Ну что делать? Так. Держался, но последний. Гильерми. Беспокоит что-нибудь? Нет, на мне все хорошо, спасибо. Когда бегаете, болезни здесь не бывает? Нет. Перебои, аритмия, перебои в работе, сайте не замечали. 15 минут. Ну, потому что вам растает в апреле, как в конце. Какой там апреле? Я в этот... Первый день заступил на основное место работы, и времени не было на раскачку, сразу же влился в коллектив. Ну, коллектив в основном для меня очень знаком, потому что некоторые ребята мы пересекались в других командах, и знакомы так, футбольный мир, он достаточно такой узкий, и мы друг друга знаем. И приняли меня достаточно хорошо, доброжелательно, так что все будет хорошо. Ну, ребят, сегодня первый день собрались здесь, в спортивной клинике «Лужники». Проходит углубленный медицинский осмотр. Стандартная процедура, которой они знакомы. Сдаем анализы крови, делаем исследования органов брюшной полости, осмотр специалистов. И важная составляющая – это определение спортивной составляющей и функциональной готовности. Это беговая дорожка с газоанализом, и мы тем самым определим, в каком состоянии ребята пришли на сбор. Сейчас планируется первый и второй сбор проведения в Австрии. Команда улетает. Мы к этому проделали специальную подготовку со стороны медицинского штаба. Во-первых, закупили специальные маски, которые по требованию Евросоюза и, опять же, отеля с более высокой защитой, чем обычные. Это первое. Потом у нас обязательно все ребята сдают ПЦР-тест перед заездом в страну. Ну, это обязательно, да, но еще одно из требований отеля, так сказать, туризма Австрии, о том, что люди, у кого нет антител, наличие антител, те, кто не переболели, либо не вакцинированы, они будут обязаны каждые 48 часов сдавать тест ПЦР в отеле. Ну, типа, знаешь, придумал, что будет народ, что-то, там, типа, я приехал, нигде нет ничего, и в итоге все равно место на другое переезжал и вернулся в Питер. Ну да, давно. На пальцем кончик у нас, другой рукой. Хорошо, садитесь. Вот это! Ты будешь вон говорить. Все, хорошее дело. До свидания. Будьте здоровы!